Привет, друзья! Вы на канале Paparazzi News. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей шоу-бизнеса. Ну а мы начинаем. Бразильский футболист удалил все фотографии с русской женой из соцсетей. Сама же уроженка Карелии Екатерина Дорожко не появлялась в соцсетях уже несколько дней. Последний пост девушка сделала в начале июня. До сих пор неизвестно, что же произошло, почему Дорожко молчит, а ее супруг удалил все снимки. Ведь еще в октябре 2019 года Екатерина Дорожко и Луис Адриано расписались, а в декабре пара обвенчалась. Ради русской красавицы он бросил свою жену с тремя детьми. Через две недели после первого свидания пара уже жила вместе, а через месяц бразилец подарил новый возлюбленный Porsche Cayenne. У девушки большое число фанатов. Она часто размещает фотографии своей красивой и успешной жизни в Instagram. Но что же случилось сейчас? Почему Екатерина молчит? А бразильский футболист, похоже, уже вычеркнул ее из своей жизни. Большинство считает, что, скорее всего, произошла измена. Модель-красавицу настиг бумеранг. А как вы считаете, что могло заставить бразильского футболиста оборвать отношения с русской красавицей? Поделитесь своим мнением в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.